Коля, где машина? Я откуда знаю, угнали, наверное. Да нет. Да я сам в шоке. Да Коля, да как можно угнать патрульную машину? Что ты гонишь-то? Ну нихуя, я вообще там не ключи оставил. Блядь, ну Коля, сколько тебе можно говорить? Это Сибирь, тут каждый третий отморозок. Тем более это на Валенина, блядь. Что теперь делать будем? Короче, пошли, сядем на скамейку, спокойно пожим и подумаем, что делать. Коль, ты что, дурак, а? Ну сколько тебе можно говорить? Блядь, с кетчупом, это моя сосиска. Блядь. Чего жрешь постоянно, мое? Пойдем. Короче, Коля, звони своим, пускай объявляют план перехват и все. Ты что, дурак, что ли? Ни в коем случае. А что? Они нас вообще потом загнобят. Я в прошлом году на задержании ботинок потерял, так они меня целый год Золушкой называли. Не, нам это не подходит. Конечно. Блин, а что делать-то, если машину не найдем, я точно премию не получу. Вот это полицейский. Давай сами тачку найдем. Где ты видел, чтобы полиция угнанные тачки находила? Да, ну да, нереально. О, а давай мы проверим на схеме. По какой? Через бандитов. Ты дурак, что ли? Мне же платить надо. Я свои деньги за служебную машину не отдам. Я тоже не отдам. Ну, отдам. Хорошая шаурма. Блин, все огонь. Я понял. Че? Короче, находим такую же тачку. Ага. Останавливаем, забираем. Ага. Перекрашиваем номера, перебиваем. И все, сдаем в отдел, и все. Да ну, блин, мне кажется, не проканает. Че, блин, в отделе? Одни дураки работают, что ли? Ну, не знаю. В прошлый раз стабильным проканало. Да говно идея. Блин, слушай, офигенная. М? Да, понятно. Ну, что, я не говорю. Надо было больше, да? Надо было, да. Блин, короче, все, Коля. Надо реально что-то делать. Ну как мы без машины-то? Что за гон-то? Согласен. Я после обеда на лавке спать не буду, у меня почки. Машина нужна. О, Коль, слушай, а что, может, Сереге позвоним? Они ж тут недалеко работают, помогут, а? Ты что, дурак, что ли? У них дел, знаешь, сколько сейчас? Они же месячник закрывают. Дебилы все на последний день оставляют. Не говори. Слава богу, мы с тобой еще вчера своего протоколом закрыли, да, красавцы? Да. Я вообще, Коля, не понимаю, что за люди пошли, ну взять, угнать патрульную тачку, никакого уважения к власти. Ну, блин, ну поцарапали бы гвоздем, да, но. Или стекло бы разбили, ну или ручку на крайняк бы говном измазали, как обычно, и все. Коля, ну я же ем. А, ну все, прости.